Каждый раз смеюсь. У Джуника тут такие ходы между снегом. Вольты. Короче, такой вольт. Еще вольт от стенки. Ты что, ты понатаптывал все дорожки? Такая дорожка вдоль Левады. Здесь непонятно, что там, лежал, что ли. Проход к кормушке. Идет след. Что ты прибежал следом? Здесь уже все почти заканчивается. Черный ход, на крайний случай. Тут ножки можно поломать. Все, и опять дорога. Дорога тут, правда, не доходит до угла. Дальше идет налево. Сено. Все, пошел. Всем доброе утро. Исследуем Леваду. Какие ходы такие. Ну, сколько вот, какого размера должна быть Левада? Ну, судьбе, достаточно. Две дорожки. Протоптал и все. Какие-то странные. А, здесь, наверное, были переметы. Наметал и потом протоптывал. Устроился весь здесь лабиринт. А вот еще тут дорожка вдоль забора. Ну да, иногда кони ходят, и он такой ходит. Тут прям расширено. Там есть перемычка. Не дошел, видно. Тут сено было. Не дошел. Не соединил. Выглядит это как-то вот так, если сверху смотреть. Сегодня у нас солнышко. Джуник будет получать солнечные ванны. Уже жрямкает. Да ты жрямкаешь. Это так.